pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito pío. Семейная пара приходит к врачу-сексопатологу и жалуется на свою проблему. Говорит, доктор, я тут уже несколько лет живем вместе. Говорит, ну, не беременеет она и все. Ну, как вот нам быть? Посоветуйте. Он говорит, женщина, вы в коридорчике, постойте, говорит, я с вашим мужем, говорит, здесь один на один поговорю. Она выходит, он говорит, ну вот расскажи, дружище, говорит, как у вас происходит-то все? Он говорит, ну как происходит, говорит, как обычно, говорит, по стандартной системе, говорит, ну пару раз в неделю, говорит, ложимся в постель, занимаемся сексом, говорит. Ну, как все. Он говорит, вот в этом-то и проблема. Чтобы это она забеременела, в этом сексе должна быть изюминка. Секс должен быть спонтанным, неожиданным для нее. Тогда все получится, и она забеременеет. Он говорит, доктор, спасибо, я вас понял. Уходит, проходит 9 месяцев. К этому же доктору эта же пара приходит. В коляске везут карапузика. Доктору цветы, шампанское. Ну, все дела. Говорит, спасибо, говорит, доктор, говорит, вы нам, говорит, посоветовали, говорит, у нас все получилось. Он говорит, прекрасно, мужа отзывают в сторону, говорит, ну-ка, говорит, расскажи, говорит, как спонтанно все получилось. Он говорит, ой, говорит, спонтаннее не бывает. Вот, а в подробностях? Это что в подробностях, говорит? Она, говорит, к холодильнику подошла, открыла дверцу, наклонилась йогурт взять. Я это дело увидел, возбудился, сзади подскочил, засунул, свершил свое дело, и вот результат в коляске лежит. Доктор говорит, ну прекрасно, говорит, но для нее это было неожиданно. Говорит, ой, говорит, да не только для нее, там весь супермаркет просто охренел.